Поиская у него по качеству. Вижу. Пока не вижу. Да, ну, у да. него больше, но качество войск-то. Да-да-да. Да, разберем. К тебе генералов пополнить. Тебе нужен этот самый подаван, который будет нанимать, это подкупать. Принято купить генерала. Ну, блять, я не предателями такой. Да. Я его вообще только в центре своих территорий могу держать, потому что иначе продадут. Не, ну в городе. Для города, кстати, предатели заебись будут. На экономику и пускай там в городе тусит. Почему нет? Мне-то, кстати, генералы для этого и нужны. Бать, у нас высота! Ну давай, Дима, делёжку. Мы сейчас продвинемся немножко с высоты. Вообще, все, что надо, высота, лес, вся хуйня. И по центру. Во-первых. С горки спуститься. Давай, это твоя половина горка, и моя половина горка. У меня два всадника с нагинатами, чувак. А, ну вообще шикарно еще. Порезать. Немножко двинуть их, чтобы вперед потом. Ща. И нормально. Я сразу формации создам. Тун-тун-тун, тун-тун-тун. Так, теперь дележка. Это тебе. Ну, лучников не плизи. Это тебе. А это мне. Второй отряд у меня будет. Так, а как вас? Квадратами вас. Все, я формацию создал. Я тут в низине буду. Слева. Блин, сюда не ставится почему-то. А коней вправо уведу. Так, мечники. Тут только мечники, да? А ты мне с этого... А у тебя нету? А, нету. Чего? Копейщиков нет? Копейщиков, да. В этом отряде вообще их нет. Ладно, разберемся. Этот я отряд как раз оставлю на пополнение запасов. И буду к ним присоединять копейщиков и еще конец увеличу. И потом на штурм острова. Так, ну, так, еще подожди, лучников. Блядь, ну все, я своих поставил. Я просто сразу формацию выбрал через групповые. Оборонную пехотную и оборонную конную. Блять, не так, сука. Так, мне нужно это этим поставить вот так. Этим тоже вот так, чтобы что отступили. Все, давай. Тыркай. А, не, подожди, не... А, это твои кони, блядь, испугался, думал, войска не заметил. Да, я ж говорил, что справа их поставлю. Я такой перевернул, смотри, там еще какие-то войска. Так, мне тебе нужно подойти лучниками. Почему они не идут слишком люто для них? Не, идут. Не-не-не, мои на горке. Ты коней двинул своих? Ага. А у них коней есть? А, у них коней вообще нету. Есть. Один. Один. Ха, они на два делят, на два Дима делят. Так, мечники, на прикрытие сразу лучников. Ну, блядь, что-то жестко все равно как-то. Как ни крути. Пошла жара.
Нормас, нормас. Один отряд уже там огребает. Сколько? 74. Ну и так, они тоже в лесу спрятаны. Нахуй в лес, да? В лес то по дрова. О! Тайконя обошли уже. О, Дима, тебе... А, бля, это тайконя сейчас не сыграют. Пускай бегают, пока я не буду подходить. Сыграю. Сейчас они наверх пойдут, а я лучников ёбну. А, ну, в принципе, да. Пускай пока там. Я сейчас сзади обойду их. Так, эти пускай идут на них. Давайте, идите на них. Ну да, ты далеко стреляешь. Сейчас правый фланг. Если надеюсь, на меня слева твои не пойдут, с которыми ты перестреливаешься. То я хочу их зачать вообще в жесткие клещи. Я мечик упустил на этих самых накопичках. Наши скрытые отряды обнаружены, мой господин! И сейчас их сзади копейщиков в два ствола кучу. Опа, они на меня линулись. Хуйня, у меня тут мечники. Чисто лучниками занимайся. Я сейчас этих мечников... Да нет, видишь, копейщики. А, окей, я тогда остановлю немножко. Блять, копейщики убегают. Сука, как бы мы их не подставили. Наш полководец в опасности, мой господин! Блять, копейка мечиков могут это самое. Это лучники сзади только. Ну я знаю, так вся нота. Все, мои в атаку пошли. Так, все, я их остановил, чувак, давай. Ага, два отряда мечиков добивают этих пидоров и бегут. Все, пошли на лучников с горы. А, бабы тоже стреляют с луков? На конях. Сейчас мы этот отряд зажмем в клещи вообще жесткие. Добивай этих копейщиков коняшками, а я сейчас этими. Да, уже. Банзай, нахуй, в спину зашел. С двух сторон. Семь крони осталось с нагинатами. Отвожу. Отводи, давай. Кони тебе не нужны тут. Все, я мечиков порезал всех, точнее копейщиков. И лучников. Бля, заходит. Эти пошли. На гору заходит, я ухожу. И на меня справа пошли. Лучники уходят. Я отступаю вообще полностью лучниками. Я отступаю, не знаю, кто-нибудь за твои отряды. Спрячусь. Так, а этих я сейчас захерачу. Так, вы хватит бегать за ними. Дима, коняшками добей лучников. Да уже. Я остальными возвращаю отряды, в спину сейчас зайду. Там один отряд остался-то слева. Я лучников своих отвожу. Как можно дальше. Видите, это справа. Ебать! Влетают копейщики. Уводи лучников. Увожу. Мечами сзади копейщиков зайди. У тебя один отряд с мечников. У меня все там воюют. Не-не-не, ну да. Ты один можешь отвести свободно. Сейчас мои мечники сзади зайдут к ним. В тылы. Долго ведешь. Да, они по нагору тебя будут подниматься. Так, я отряд лучников просто не разбираю. Наши бойцы бегут с поля боя. Кто? Позор! У тебя что ли? Не знаю, наверное. Нет. А, да. Мои. Но они убегают, чтобы это. А, от мечей убегает Дима. Два отряда сбежали от мечей. Что тупо. Я свои фланги выдержу. Я скомпоную сейчас, все с горы спускаются. Мечников. А, это у меня один отряд убежал. Один конный. Но там всего осталось-то хуй да нихуя. У них тоже конники у нас остались. О, сейчас этих самых пидоров нагнут. Бегают пидорасы.
Давайте, давайте, пацаны. А вы чего-то, блядь, о, мозг догнали, видите? Все, заебись. Сейчас им еще в спину ебну с луков. Два отряда. Все, мимечники на армаз. Так, лучников, наши лучников. Бойцы бегут с поля боя! Какой позор! Кто бежит, вы заебали? Нормально все идет-то. Давайте, ебашьте этих. Шашки наголо, блядь. А, нет, не наголо. Бежим, 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 блядь. Убирай, убирай, там мне мечники как раз под это дело стоят. Блядь, вы только не в ту сторону, на меня надо бежать. Нормально, ты как раз прикрываешь. Ну, я сейчас их еще пострелять попробую. Тут, все, тут... я тот фланг полностью забрал. У меня войска уставшие все. Бегать. Да давай, давай, на меня веди их. О, ништяк. Два отряда мечников сейчас разберу. А, они побежали, все. Так, как... теперь коней надо. Коняшки, коняшки, коняшки. Все, все, я всех разобрал, уёбков. В маске. Ну, я свой фан хорошо сдержал. Вроде не сильно это, никто не умер у нас. Ну да. Потери в пределах нормы. Нормас. А, блядь. Чё, убили кого-то? Два отряда, да. Блядь, как так-то? Вроде нормас. Чейз даймё. Он должен немедленно совершить сипуку. О, подожди, что это такое? Так, если я верить слухам, упала? Да, это человек из мименик, надо что-то сделать, честь дайму. Не, честь дайму плюс один. Кто-то что-то там, не знаю, восстал, и ему сипуку. О, это генерал! И чё, у меня армия? Да, у меня генерал, прикинь, это самое, я честь потерял что-то, и я ему сипуку. Теперь большая моя армия без этого. Без генерала. Это по Цецу, которая? Да. Да. Ну, веди нового, чё. Да, сейчас я тогда... этого выведу. Бля, ну мне... я лучше тогда отведу эту хуйню. В город верну. И там возьму генерала, то есть генерала выведу. Сука, чё-то генерала не пошла, как это нездоровая канитель. Мой начальник совершил сипуку. Он покончил с собой по приказу своего господина, чтобы избавить семью от позора. Дай посмотри, кто это хоть был. Семье совет, да, ебать. Ебать, у меня семья вообще поредела, поредела семья. Ну, наконец ты, мой, понял, как мне живется, блядь. Ладно, так, что у нас тут на этих рубежах-то творится? Тут что такое? Армия этот сам сидит. О, господин. Так, возвращайся в город. Тут что у нас? Вуга. Все равно двинуть не могу, да? Пускай сидят. Тут что? Мне бы ход, я бы добил уже этих. Сейчас, сейчас, погоди. Не все так просто. Потом соберу большую армаду и в саду поплыву. Корабли у меня уже делаются. Такс. Тут, дайте я сберу сейчас. Тут нормас, кстати. Уга, уга, уга. Армия. Если выведу еще несколько войск. Что будет? Минус один, блять, из уга. Хоть не выводи. Сразу минус один. Можешь что-нибудь построить? Еще 10 кораблей сделал. Мне нужно много, блядь, кораблей, чтобы захватить тот остров. Это заебали они свой десант, блядь, посылать по сабе, по акасу постоянно. Это ж только они высылают. Ну да, надо их это самое добить. А, я с кораблями хотел тоже корабли объединить во флот. Где корабли-то? Ага, блядь. У меня двух соседей к портах они делаются. Такс. Наведись ты, ёпта.
Так, отлично. Отлично, отлично. О, у меня флот уже, два флота стало. Один по максималке флот. А мой-то там этот, торговый не та самая. Не, не прикрыли еще. Плывут? Да у меня все торговые закрыты. Текс, отлично. Один флот сейчас пойдет. Хотя можно даже двумя флотами. Давайте двумя флотами. Бля, я чуть не могу выпить. Бля, это зря я так. Так, ладно. Дальше генералы. С генералами надо забраться. Че тут? А, с этими, с как его? С подаванами. Так, ты тут сидишь. Ты тут. А ты тут. И тут. А, тут два. Тут идет еще. Он, да. А, тут у меня какой-то этот ниндзя бегал. Отбегался, что ли, уже? У тебя один порт закрыт, кстати. Я знаю, он там, там тусит. Наверху, я, да. Я туда сейчас и поплыву, и пизды ему там. Так, что тут еще такое? Вот так вот. Ну и все, держи. Вьемата восстали. Еще восстание. Три восстания, блядь, четыре. Я говорил, это надо мириться. Три восстания. С этим. Надо, да, четыре восстания. Мириться с этим пидором. Чувак, ты ж поможешь? Да, но мне нужно сначала генерала ввести в армию. Но он прям между... А, ну да. Ты между ними. Вижу. Автобоем, блядь. Да. Там осталось-то у него. И Вакасу сейчас заберу. И у меня недовольство опять исчезнет. Да. А ты сможешь этим же отрядом забрать Вакасу? Да, я его тут оставлю. Да. Потому что он слабый, а тем туда это самое ебашить. Задание выполнено. Ха-ха, восставших захуярить. Не, это не восставших захуярить, это Вакасу забрать. Все, тут сейчас буду пополнять войска. Пиздец этого ублюдка. Я говорю, вот теперь, Дима, ты понял, теперь ты меня поймешь. Я тебя с генералами понял, а ты меня с восставшими, с этими пидорами. Нам даже налоги если отменить, и они все равно восстают. Утырки. А, не дошел до красного. В принципе, я могу одного генерала вывести, наверное, без армии. Его ж не это самое, не ёбнут. Хотя у меня город, в принципе, тут нормально. Ну-ка, дай посмотрю. Да, 12. О, я могу полностью генерала вывести. Блядь, а тут что-то мина. Даже на починку крепости. Мина. Самое интересное, там, где вот у меня самые старые провинции мои, они все довольны. Да, так у меня также. У меня даже идет довольство в плюс. В некоторых. Ну, я там говорю, что там зеленым, то есть это растет довольство. Хотя у меня в столице что-то с довольством как-то такое. Не очень. Храм, это ваш храм, да? Тут что нужно? Церемониальный ритуал. Для него нужно вот так-то вот. А зачем мне эти монахи? Индийский храм. А у тебя есть деньги? Нет, полтос. А, 80. Ну, если помогут. У тебя сколько... Пиздец ты. Так я прокачиваю города. Я сейчас в городах, это самое, делаю эти самые казармы, чтобы это подавляли восставших. Поэтому у меня более-менее начинает это вырисовываться вся хуйня.
Да с твоей прибылью как бы... 6к. Вообще не понимаю, как ты. Не знаю, я... они стоят по 4000. Что ты думаешь? Мне только один ход, а один могу. А игротов-то у меня видел сколько? Че тут автобоем? Ну, блять, а что тут еще делать? Сдаем город. Ну хотя два лучника могли бы нагнуть, там мечников дохуя. Не, на самом деле могли бы нагнуть. Не, нагнуть нет, их в два раза больше. Ну, как минимум покоцать очень сильно. У нас два лучника, у них два лучника. Что они нам сделают? Да, но при этом они на стены полезут, и все, и что мы сделаем? Ну как-нибудь как. Не, вообще без шансов. Была бы большая крепость хорошая, вот когда этого. Ой, блядь. Сука. Вот это ты отвел войска, я говорю, держи там. Генерал сипуку совершил. Ну и держал бы, блядь, ну. Ебать, там еще один. Да. Два высадились. Жесть какая-то пошла. Лютая дикая жесть. Сейчас мы сделаем. Сейчас там мой этот самый идет. Шаман-сатанист. Он сейчас там, блядь, наведет порядки. А сюда можно зайти? А, давай сюда. Блядь, не может. Сейчас я. Ладно, сейчас самбу заберу и. Пока никуда не пойду. Буду чиниться, блядь. Тут у меня чё вывези. Нормально, нас нормас. Чё, он сбежал? Или чё, я не понял. Моя не понимат. Умейте, кудасай. Я сейчас всех твоих восставших порежу. Как тузиков. Давай, автобой. Да уже нажал. Вообще не жить. Даже без генерала они просто соснут. Бля, жалко, генералы прокачанные были. Очень круто прокачаны. Иногда при сильных заслугах этого до генерала повышают солдат. Да. Казна. О, Ямато, что это? Мой господин, один из наших воинов появил недюжую отвагу. Да, вот, пожалуйста, повысить звание. Ну. Да-да-да, стал генералом. За косарь. Все. Теперь два генерала. О, подводись под Кавати. Так, сейчас посмотрим. Кавати, а сейчас тамбу захватываю. А, не, или в Цецу надо будет, хуй знает. А где твои войска? С какой стороны? С около тамба. Где тамба, не вижу. Танго? Тамба. А, вижу. На Цецу. Вижу, вижу, вижу. Блять, там опять этот монах сатанист, сука. Бля, слушай, а я с ними не в конфликте, прикинь. Странно, они обычно сразу объявляют всем войну. Тогда в Сетсу иди. В Сетсу. Блин, не дойду. Ну, ладно, я иду в Киото. До Киото только могу дойти. Ну, так, кстати, да, тоже сойдет, потому что там тоже немножко паникуют люди. Только ты этого шамана зарежешь. Я веду, конечно, своего закупатора, блять, но он еще долго будет идти. Так, чё там, корабли в моей гавани сжечь. Так, я в Ки, короче, собираю хуёвненькую армию из ополченцев, но зато много будет их там. Ну, чисто под защиту. Так, и тут у меня что? У меня тут, сейчас, подождите, я тут разрулю и посмотрю, что у меня тут. 14 нормас. А, тут можно, кстати, если 14, то, блядь, сразу налоги плати. Плати налоги! Нет, минус один, сука, еще пока не это. А, кстати, тут можно армию немножко вот так вот. Ну-ка, поменяемся городами, армиями. Так, и чё, эти налоги могут платить, да? Так, одного агента вывожу, крутого агента вывожу. Куда его можно вывести? Сюда дойдет. Так, тут что, наем войск? Чё?
налоги. Так, тут что, наем войск от армии сидят какие-то. 5. Мы можно, кстати, 3 пацанов сюда. Ебать, от города до города уходит за один ход, прикинь, нормас. Имперский тракт это такая. Да. Так, ну и тут у меня вуга, вуга. Вуга пока, блядь, все равно как-то тупит. По-черному. Ну ладно. Так, а. Сейчас нового генерала мы сейчас это. Молодец, боец, боец. Ты будешь в семью принят. За заслуги. За заслуги, да, вообще. Я могу женить даже. Но мне пока не надо. А там ко мне еще армия плывет. Опять в Акасу, блядь. Сейчас мы тебя развалим. Пока я теперь буду держать постоянно путь. Я сейчас буду это самое войска немножко двигать к тебе, кстати. Небольшие армии. У меня выйдет тут начинает разруливаться вся ситуация. Поэтому можно будет к тебе двигнуть войска. Сейчас, подожди, попробую вывести сначала. Да, нормас, можно еще даже. Он меня сейчас так, блядь, заебет, что я просто уже начну делать прям очень много всего, блядь. Все разом. Так, отлично. Так, ты идешь. Ну все. Тебе пятихатку отдать? Давай. Забирай. Две провинции потерял. Сейчас мы разрулим, разрулим несы. Это вот у меня такая же хуйня была. Ну пока нормас. Еще где-то восстание. Блять. Че там вообще по черному? В Кадзиме, да. Сейчас, пока ладно. Не буду давить, лучше захвачу. У меня два генерала, Дима, мы тебе сейчас поможем. Я говорю, тебе нужно пока держать города. Пускай там на тех границах восстают дальние. Эти хотя бы держать. Ну подведи тогда к границам, так чтобы. Да, я сейчас эти войска подведу. Да. И мы с тобой что-нибудь замутим. У меня два отряда, и сейчас я соберу третий, возможно, отряд. Если меня там восстания не будет, то я смогу тебе эти отряд подвести большой, прокачанный. Ну и все, и пиздаем. Блять, надо еще этот сет захватить обратно. И я сейчас еще веду флот. А, кстати, а флот нельзя тут реки через реку повести, не? Никак. По рекам. Так. Пока тут оставлю, потому что, блять, а иначе никак. Слушай, а реально флот можно как-то по реке переправить? Я бы сейчас тебя флот подвел бы к этому, к острову, и я бы там разрулил всех этих кораблей к ней. Но понизу можно. Ну, я через верх пытаюсь идти. Ну, я говорю, через центр по реке нельзя никак флот повести. А, не, по-моему, нет. Вот, это печально. Ну что, тебе пятихатка нужна, нет? Да давай, мне сейчас все пригодится, блядь. Ту-ту-ту-ту. Запрашивай. Ебать, у нас там вообще какая-то... У тебя торговля с двумя, со мной с этим... Противники 4. Ну, давай это. А. Вступить в войну. А. Давайте поговорим как раз. Ну, это один вот остров там наверху. И один этот. Да, ща. Павати, вот который восстал. Ой, я сейчас вон того ёбну, который восстал около Киота. Ну, ты только не захватывай его, да. Не-не, я вон около Киота внизу там мелкая пиганская. Ну, Кавати. Да. И Кавати. Около Кавати я встану, а около Киота, вон внизу, видишь, около Киота маленький отрядик. А, вижу, сзади. Вот, я его мелким своим ёбну, а большой поставлю возле Кавати. Кавати, они, конечно, обороняются мощно. Ну, это просто у тебя восстание просто. По всей хуйне. Поэтому тебе нужно просто сейчас генералами держать эти провинции. Да было бы у меня столько генералов, блять. Ну, а тебе нужно переманить, попробовать, Дима, у тебя есть? Денег не хватит. Да. Ну, я сейчас своего веду, супер крутого агента. Попробую переманить. А, и надо еще будет вывести ниндзю. Ниндзю нужно будет вывести и попробовать порезать этих пидоров.
Они мне стоят копейка зарезать. Чтобы они там не лазили. Кто они тут подарут всю эту хуйню? О, блядь. Нихуя себе он там... Надо было сохраниться, кстати. Не, нормально не получилось. Произошло. Да. Но это брат, он, блядь, и продаст. Опа, мирный договор. Нет, блядь, я заберу свой. Да, он же бы замирил со всеми и жил бы. Не то жил бы. Не, я хочу Сетсу обратно. Видишь, у меня там территория-то осталась, блядь. Да понятно. У него осталось-то Кавати да Сетсу. А, и реально, и все. Это все, все, что осталось у него. Да, кстати, две этих самых, ты его разобьешь полностью. А с тем уже можно и мирный. Война объявлена. Война. Опять красный. А, нет, это кабаньяк, это, блядь, кто? Я мать. Это я, Киоса, Камакура. Я с этим, с красным, с которым не воевал. Кабакава? А, не. Ох. Куда пошел? Куда пошел? Ах, пидорас. А, вон они, блядь, они слева. Через провинцию от меня. Захват сейчас город, Дима. А мой сидит, блядь, возле этого. Далеко сидит, сука. Да. Здорово. А хули делать? Ты пойдешь какой-нибудь мелочью. Без разницы. Но они потеряли, блять, сколько? Десятую часть. Блять, заебал эта война со всеми. Все со всеми. Ну, тебя сейчас будет тебя это самое разбирать. Я тебе надо было не спешить, надо было замириться тебе, а туда дальше не лезть. На хули, у меня и так со всеми война. Одним больше, блять, одним меньше. Так восстание еще помимо войны-то. Ладно, так, чё... А, я этот мелкий тебе не смогу пиздануть, да? У тебя я в Ямато... заберу. У тебя я в Ямато... А, Ямато это чё? Это... В Ямато у тебя один, нормас вроде. Тогда я войска отвожу от Ямато. Иду... Мацетсу веды... стоп, от Ямато. Так, не... Ну, а, ну да, Кавати веди. Так, смотри, подожди, а от Кавати вот этот отряд куда вести? К Кавати веди, а потом к Сетсу. Так, Кавати... Иду Кавати. Стоит. Так, около Киота оставить этот, поближе подвести. Да, я сейчас на него буду атаковать. Давай я сюда встану. Потом захватим Кавати. Блять! И Сетс. Вот это он пошел, конечно. Я лоханулся, Дима. Помощи нету. Да ладно, я его и так, в принципе, захвачу. Ну, в принципе, ладно, около там бы тоже сойдет. Потому что наверняка там опять... Восстание будет когда. Так, сейчас я веду этого своего крутого пацана. Куда ты можешь дойти-то? Чтоб поебал у найму. Сейчас, чтоб покупать, блядь, всех нахуй. Скупать. Не понял, куда его флот с этим делся? Сейчас... С десантом, блядь. Сейчас на меня, наверное, попрёт где-нибудь. Кстати, дороги-то чё такие тут хуёвые? Ну-ка, дороги сделайте быстро. Быстро сделали пиздатые дороги. Чё-то ещё... Коневодство. Так, а тут что-то строится, да? Школу что ли построить, чтобы на еще 6% быстрее изучать? Тут нормас. А где-то у меня войска были, не помню. Блять, они заебали. Вот Киото постоянно, блять, и вот эти вот три, короче, города, их постоянно у меня отжимают заново. И приходится переотжимать, блять. Постоянно. Сейчас мы это самое будем рулить там. Так, а тут что у меня? Изицу 0, блять, как-то нехорошо тут. Депрессия. Доход. О, я вот тут самураев могу нанимать. Заебись. Только рано, тут нельзя пока ничего надевать. О, Воми могу еще нанимать. Так, надеюсь, они не будут этого вставать-то. Нет.
Так, дайте этот город посмотрю, что тут-то, ёпта, иметь. Сейчас на все деньги, блядь, наймем вспомогательных с тагинатами. Так. Ладно, поплыли. Так, а мне тут не это самое. О, я сейчас тут в порту, ну... Ебать. Что-то какие-то корабли появились. Средний корабль. Блин, слушай, у меня новые корабли появились. Ебать, какой-то корабль. Не, смотри, у меня тут их какие-то вообще пиздец. Средние корабли с Харакору. Эти с бомбочками. Это взрывные, да. Это, кстати, пиздато. Нихуя себе. Корабли деревянные, а бомбочки взрываются и горят. Да, я сейчас это самое куплю. Средний, маленький. Да, два корабля. Сейчас как раз мои корабли туда подплывут на охрану. Тут военный этот самый. А, вот, тут военный этот порт, наверное, да? Ну-ка, дай посмотрим. Сухой док, сухой порт. Хрен знает. Не знаю, не показано. Ладно. Так, что тут еще? Подожди, где у меня тут разруливать? Короче, я начал собирать еще одну армию, третью, потому что мне двух не хватает. Конечно, блядь, тебе давно пора эти уже собирать. Так были бы деньги. Да. Это бесспорно, конечно. Так, тут что у меня в этом городе? Я сейчас тебе еще... А, нет, тут слишком жестко. Кстати, тут надо налоги, наверное, отменить пока, пускай нет, чуть улучшится. Так, отрядик. Отряд не заметил потери бойца, да? Точнее, даже не третью, а еще две собираю. То есть у меня будет 4 армии в итоге. Я сейчас тебе тоже это подведу этих солдат. Ну, попробуем. Кстати, а можешь закинуть потом десанты к ним на остров? Попробуем. Не захватывать остров, а просто его... Да, ну, без проблем. Рядом поставить, чтобы они выйти не могли с него, блядь. А то иначе ко мне десант это заебет. Без проблем. Если я смогу от него избавиться, то я одну армию просто туда потом бах, и под прикрытием двоих просто захвачу ее. Так, еще. Захвачу остров, минус одна проблема. Вывожу потихоньку из города войска, чтобы это самое не сильно восставали. На, понял, ты рационально это делаешь. Да. Просто каждый солдат минус одно довольство в городе. Как контроль уменьшает. Вот чтобы это не сильно. Я после этого армию я тебе направлю на помощь. Вот в чем прикол. Так. Здравствуй, добьем этого санова. Так, пацан там подошел, да? Ниндзя, потом ниндзя. На остров высадится. Ниндзя. Если я ниндзя выведу, нормас же будет в городе. Обстановка не изменится. Не, Фокусима нормас. Все, я еще веду ниндзю, буду резать этих пидоров. По моим дорогам. Я, блин, так дохуя денег, что ли? Ну не то, что дохуя, но а что делать? Не, они у меня дешево стоят, у меня там прокачка на дешевизну, у меня там по 300, по 400 стоит порезать пацана. Так что ты не думай. Ну все. И плюс подкуп, я хочу купить генерала ихнего какого-нибудь восставшего. Похуй, посажу в город, пускай сидит. Сидит, прокачивается, чем мне. Сидит, прокачивается, денег не просит. Карьерный рост, блять, восстать, чтобы потом поступить на службу. Да. Мечтаю биться, я бы сказал. Бля, тут только появится слабенький отрядик. Чем поставить-то не у меня, блять, а поступать на службу будет тебе? Да, так что покупай. А чё это у меня боевой дух армии подорван? А, понял, это бобень. Ага, шлюхи, вот шлюх порежем. Киот потерял. Блять. А, ну это еще. А, ну да, это еще пошласта потерял киот. Чё тебе? Хотя надо сейчас захватывать. Ну а ты их захватишь, в принципе, своим отрядом. Не страшно. Да, пиздих. 1200 у них. Ну, автобоем, в принципе. Да тут 1500 отборных, блядь, войск. Да. Они с нуляться. Сейчас наведем теперь у тебя порядки. Небольшую передышку, сука. Да хуй теперь передышку тебе. О! Качай.
Бля, там опять дед тусуется, сука. Ну, у тебя хуёвый генерал, так что ничего нету. Жаль. Тут зато нормальный. Так, 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 так. А что мне тут, кстати, да, надо города еще дочекать. На его войск для них нет. Так, налоги отменять не буду. Меню. Нет, все-таки восстание. Еще восстанут. 5 кораблей уже сделали. Но пока их не буду совмещать, потому что, блять, это опять же будет та хуйня. Самое интересное, ну да, в вакансии уж у меня сейчас генерал. Блять, почему у меня вуга, они не хотят нормально тусить? Влияние противника, минус 10, минус 10. Сопротивление захватчикам. Предположительно. Ты смотри, влияние ты. Че у тебя там по влиянию? У них 100% влияние Фудзивары, че? Тут торгаша одна туда пихни пульни. Слышишь? А где? А где ты, что процент влияния Фудзивары? Зайди в город. Ну вот. Сводка. Ну. А. Чье влияние? Фудзивара 100%. А-а-а. То есть это торгашом надо. Торгаш или генерал, чтобы там сидел постоянно? Не, ну генерал есть, генерал сидит, там-то и дело. Ну тогда торгаша еще закинь и будет тебе нормально. Ну как бы, когда влияние будет твое 100%, проблема решится. Угу. Ебать у меня противников, все оставшиеся дома считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А всего, как бы, чтобы ты понимал, домов, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, если со мной считать. То есть 6 из 11 на меня рыпаются. Дед что-то химичит, Дима. Да я вижу, я уже боюсь, блядь. А ты сохранился, не? Надо сохранять. Автосейв, автосейв еще не забывай. Да автосейв, это такой, ты что, не знаешь, он тоже через S работает. Бля, сейчас меня завалят мой этот самый. Ну тут автобой, сяду проебал так. Торговый путь минус. Бля, ебать у них целый флот, даже два флота, прикинь. А, ну один такой крутой. Ща, блядь, мои пацаны полетят. На летучих голландцах. Ебать, они разъебали. Потери один. А подожди, а мои потери, не понял тебя. А тебя все, нет больше. Там, не показал, что потери 5 там. Там красный десант плывет внизу. Красный десант, разорвем его. Разорвем им пердаки. Вышел, вышел, вышел. Ебать, он где вышел в этот раз. Нихуя себе. Обычно он в Акасе высаживается. Бля, еще минус один демогород. Да это ладно, это отобью. Но нехай эта армия все хуже и хуже становится. Ща я туда флот подведу. Там будет попроще нам. Я бы делал там флот возле своих бы этих портов, но они, боюсь, его просто будут нулить. Хуям. Приходится на юге делать. Там будет заебись, когда ты им в порт заблокируешь, чтобы они не смогли. Да, да, да. О, что это такое? Нанять отряд или появиться с Гами. Осталось сезонов 9. Бдительность. Господин, мы вывели войну, но наши родной появиться из 2 наберется средства воинов. Действовать в интересах дома. Чё, блядь? Не понял. Защита дома. Что это, господин, мы вели войну, я не знаю. Нанять отряды из провинции Сагами. А, в Сагами нету войск, что ли? Да, щизи. Сейчас мы коней с нагинатами наймем. И без нагинат. И без коней. И без коней. Так, тут нужно... А, тут строится еще.
Так, а что у нас тут дорог нет хороших? Ничего, блядь, пацаны. Кузница строится. Порт. В порту давайте. А, не, в этом порту не буду делать. Так, пацаны, плывите сюда. Можно, кстати, тут тоже кораблик поставить в порту, наем войск. А, тут они стоят, кстати. А где мне еще порт? Вот тут, блин, там могут они втащить в этом порту. Три хода, ну давайте, поставлю. Уже два хода. Подплывай. Ну давайте, тут пацаны будут еще что-то догонять. Хотя нет, там я не смогу. Давайте, догоните тогда. Ой, ебать, какой-то шут такой, 70. Прокачанное, а, торговое прокачанное судно? Нихуя себе. Давайте купим. И такой. Так, отлично, отлично. Он все деньги потратил. Так, теперь идем. Пешими идем. А куда-то можно дойти? Нет, только до города. Так, пацаны, пошли. Так, пацаны, давайте мы идем. Сюда дойдете? Не дойдете, давайте сюда. Максималка, куда дойдете. Так, Фукусими тут нормально? Да. Давайте. Так, Фукусима, надеюсь, нормас. Тут все. Да, влияние. Собираемся. Соберу всех друзей и солдатиков. Хуяк, хуяк. Сейчас смотри, короче, один ставь под Кавати, другой подставь под Сетсу. Сейчас, погоди. Так, ой, ебать, тут вообще жесть какая-то. Ну, давайте отменим пока. А я сейчас буду возвращать эти дзен. Так, армия. Блять. Все деньги потратил на хуйню. Уйди. Так, забыл нанять. Кораблей понакупил на все бабки. Так, ну ладно. Ладно. Так, что у нас тут? Солдат идет. Ты куда даешь? На сюда даешь? Ты даешь, на сюда даешь. Сейчас все войска собираются. Так, так, один возле Кавати стоит. Так и надо? Оставить его? Да, там оставь. Второй под Сетсу поставь. Сетсу. А где Сетсу? Не вижу Сетсу. А, да вижу. Кавати, чувак. Вот она. Стоит. И сейчас я буду сначала в Кавати приду. Атакуем его, потом в Сетсу приду, атакуем его. А так. Потом ты так будешь держать свои войска там, а я вернусь в Киото. Во, шлюху перекупить стоит 935 рублей. Золотых, блять, а не рублей. Ну ладно, золотых. Ну пока все равно нету ничего. Денег нету, вы держите. Ну, точнее, даже не золотых, а как у них там, иена? Да, что у них там какая-то. Так, все. А, ниндзя идет. Идет же ниндзя, подожди, дай гляну. Мне нужно еще ниндзя. Так, вот ты кто такой? А, вы, да, все, ниндзя тут. Тут чувак сидит. Влияние пошло в рост. Тут что по влиянию? Вниз идет, сука, этого в рост. Надо купить этого пацана. Я ж могу тут, подожди, нанять. А, ну ладно, пока ничего не могу. Ну все, ладно. Принимай, ходок. Давай его войну, Дима. Сейчас мы тебя разрулим, сейчас все войска. А, блядь, недовольство растущее. Да, тебе нужно разруливать сейчас всю эту хуйню. Ну и все равно там опасная ситуация. Влияние дома. Зеленых, сука. Сейчас куплю этих самых. Тебе там, говорю, нужен торгаш. Да. Чтобы у тебя влияние росло. Сейчас вот как раз я. Перекуплю. Чё там? Продолжить осаду. Дайте дзен.
Возвращаю себе. Так, ну меня растет вот в этом городе, а тут что, армия. Армия. Да, торговец сидит. О, кстати, он качнулся, нифига себе. Давайте. Хитрость при подкупе, хитрость при распространении влияния. О, давай. Опа. Это хитрость при переманивании. Стать жертвой под покушение. О, давайте. Так, тут сидит торгаш. А тут что у нас? Ой, это генерал. Тут кто сидит? Так, влияние уменьшается, это увеличивается. 9,8. Сейчас мы переделаем. А тут, кстати, тут нормас влияние в городе. Тут торгаша нужно будет купить. Уга-уга. Наем войск Сирабесси. Так. Кстати, а этот построился, нет, еще строится. Плюс 500 доходу. Пошла жара. Первый город возвращаем. Теперь надо будет просто контролить все это говно. О, тут можно отказаться от атаки, покинь. Ты автобоем или так? Автобоем. Ну там два генерала, конечно, но, блядь. Да, я хули, генералы эти. Не прокачанные нихуя. Не снижается так. Нормас. Погибших нет, и это нормально. Два косаря солдат у них ушло. Так, так как они у меня... Хотя нет, нельзя грабить, блядь, теперь надо... Аккуратно это все делать. Так, до второго города дойду. Дошел, разом все. Отлично. Забирай. Да тут два прикрытия сразу стоит. А, блядь. Не хватило. Не хватило. Да, блядь. Уж ухода. Бля, а тогда этот сейчас останется. Ты там сразу эти налоги, всю хуйню. Да я уже отключил. А и все равно, наверное, да? Че там? Да, ну нет, в этом нормально, в Киото хуёво. В Киото хуёво и в Тамбе хуёво. Тайра, блядь. А, та там эта сука колдует, пидораска. Сидит. Ну минус 8 все равно, даже без налогов, ебать. Сейчас еще восстание будет, скорее всего. Да, года. Наверху там. Ну я генерала куплю. Может быть. Да он заебал. Блять! А, твоего? Да я хуй с ним. Че, получилось, не? Не, не получилось, кстати. Он видно было, не соглашался. Да вот такой честь набрал. Мирный договор. Да. Сасанба, ребята. Не, теперь надо сет забрать, потом можно и мирный договор, блин. Да. Ну хотя нет, теперь они путь у меня отжали. Я должен обоссать их. Торговый хотя путь. Подожди, если забрать Сетсу и этот, то все, в принципе, у них больше нет вообще. Да, и тогда вообще сосут они. Надо добивать тогда этого красного и пошел на пизду. Сетсу и он мертв.